Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Лига мастеров, 2 звезды, отлично. Так, заходим сюда и забираем реворд за серию испытаний. Так, а за колоду нету еще пока. Тогда давай открывать. Что нам здесь выпадет? Змейковьюн, по ходу дела, точно. Так, Змейковьюн. Давай тогда сразу же сделаем задание для супершредера. Так, вот он. Смотрим, друзья мои. Нам не хватает с вами 4 ящика с инструментами. Поехали искать. Раз. Подожди. Я этого не хотел. 2. 3. И последний ящик. Ага, все. Прокачиваем ему сердцебиение до 6-й ступени. Отлично. Так, и остается всего лишь 2 перка прокачать. Это у нас мутагенная формула. Супершреддер получает суперсилу от экспериментальной мутагенной формулы, текущей у него в венах. 20% сопротивлению смертельному удару. Слушай, ну неплохо. И нам нужно найти всего 2 наушника. 2 наушника. Но нам, как всегда, будет выпадать колба зеленая, вот это вот. Смотри-ка, выпали наушники. Так, давай еще разок, а, пожалуйста. Нет, колба выпадает. Вот, шикарно. Так. Прокачка. Это 2-я ступень всего лишь. Так что, ой, я здесь-то, ох. 2 чип-планшета. Так, 4 джойстика. Плюс 6 капсул. Да, тут нам придется постараться. Так, подожди, а я не выполнил задание? Выполнил. Так что мы с тобой уже в следующий раз будем искать. Так, нам нужно будет поднять уровень персонажа. Ага, сразиться еще один раз мы можем все-таки найти. Попытаться. Иди сюда, супершреддер. Что там тебе нужно? 2 чип-планшета? Ну, давай тут попробуем. Нет, нам выпадает Шок Техно комикс. Ну, все, закрываем. Так, тут забрали, и значит уровень персонажа. Сколько мутагена у нас с тобой? 8000, мало. Этого мало, так что придется нам, наверное, прокачивать здесь. Леонардо, давай-ка мы тебя прокачаем чуть-чуть. 52 уровень он получает. Все, забираем остатки. Ну что, как всегда, ребята, сегодня у нас аренушка будет. Эти я уже, ребят, получил. Телепорты. Ну и, соответственно, испытания. Учитель Сплинтер. В принципе, сюда идти, я думаю, нет смысла. А вот сюда, ну-ка посмотрим. А вот здесь уже стоит, наверное, заморочнуться. Но сначала все-таки мы пойдем с тобой на арену. Так, выходим. Где я нахожусь? Лига мастеров, ранг 88. Блин. Скинули меня, причем очень хорошо. Ладно. Не будем плакать, будем сопротивляться. Будем дальше с тобой вверх карабкаться. Так, подожди, в чем проблема-то? Че, вы не дадите мне, да, 24 кубка? Зажали, да? Зажали, к сожалению. Ну что же. Мауми. Ну, фиг с ним, давай возьмем этого Мауми. Так, Усаги, подожди-ка. Ну ладно, возьмем Усаги с тобой и Армагона. Я думаю, этого будет достаточно. На всякий случай, для перестраховки возьму нейтрализатора. Ну и, пожалуй-ка, вот так. Но если все выйдет из-под контроля, все, нас, ребят, тут разложат по полочкам. Так что нужно стараться. Я думаю, что Армагон меня все-таки не подведет. У него инициатива хорошая. После Усаги он будет действовать просто топчиком. А ну-ка. Добей. Да должно получиться, ё-моё. Видишь, я был прав, ребят. Можно было бы, конечно, здесь и не брать, как говорится, нейтрализатора. Но это была моя перестраховка. Потому что, ну, мало ли, не добили бы. Всякое же может быть. А вот то, что нам с тобой здесь придется очень много попыхтеть, чтобы в топ сегодня пробиться. Не забывай, суббота, завтра воскресенье. А там уже и конец недели. То есть это наши последние 2 дня, где мы можем, как говорится, с тобой бустануть на дорожку. Так, ладно, давай с тобой искать 17-24. Есть, вижу. Так, это у нас Нехорой. Нехороший типа, да? Нехорой. Так, здесь я, наверное, все-таки возьму нашу закаленную имбу. Потому что ты видишь, тут 79-78 уровень. То есть топчик.
И для гаранта я возьму на всякий случай нашего Шархана 70 уровня. Хотя на самом деле он может быть здесь и не понадобится, но как добивающий все-таки пускай будет. Ну что, Усаги, давай посмотрим на твою прыть. Я все никак не могу, ребят, начать проходить игру Усаги Мастер Еджимбо, которая у меня скачана. Она, правда, коротенькая и она рисованная, но тем не менее, я думаю, минуточек 40 можно потратить, чтобы ее пройти. Единственное, что там не регулируется ползунок звука, и очень сильно кричит игра. То есть даже перебивает мой голос, когда я собираюсь, как говорится, ее озвучивать. Так что не знаю, как быть-то. Ну что же, давай посмотрим. 61 уровень. Не уровень, точнее, а ранг. Так, что у нас тут? Ё-моё, я уж думал, паренек с сигареткой стоит. Но это, оказывается, соломинка. Так, давай-ка обновим. Вот они, жучары, да? Опять дают нам 16, 23, 17, 23, а 17, 24 не дают. Вот, вытянул. Это Витька. Давай, Витя, не робей. Так, берем двоечку с тобой. Закаленных боев, бойцов, точнее. Так, так, змейковин, подожди. Так, и вот так. А справимся ли мы? Я немножко в Шредере сомневаюсь. Ладно, поехали. Один разок можно проиграть, да? Мы и так с тобой всех тут давим под собой, поэтому ничего страшного в этом не будет. Погнали. Так, Усаги. Ну-ка, родной, покажи-ка свою ярость им. Прекрасный удар. Дальше идет Лео. Шредер у них, наверное, выживет. А нет. Донни, ну, конечно же, Донни. Донни, Эмиль Донни. Давай-ка вот так попробуем. Суперударом от Шредера. Должен добить же, да? Классненько. Вот именно поэтому я и беру. Не суперсильных, конечно же, но и таких ребятулек, которые могут именно сделать последний удар. И, как видишь, все у нас получается. 61-я позиция, становится 47-я. Блин, нам еще с тобой пыхтеть и пыхтеть. Откат у нас все тратится и тратится. Кстати, 115 монет уже. Надо будет зайти в магазин и потратиться, согласись. Ну что, давай обновлять дальше. Вот, сразу же. Валерио. Окей. Но тут команда такая довольно сильная. Тут кролики 78 уровня. Я бы себе хотел иметь кроликов на 5 звезд 78 уровня. Так, возьму сюда майки на всякий случай. Рокзар все прыгает. Наверное, возьмем здесь Тимати. Секунду, подожди-ка. Может быть, Ванюшу взять сюда? Или же все-таки Карайку? Не, давай Карайку. У Карайки инициатива хорошая, поэтому она может сразу же, как говорится, потом кидануть свои кунаи. Добить вряд ли сможет, но маленький урончик нанести есть такая вероятность. А можно было бы, конечно, майки сделать и удар. Ну что же, поехали. Не забываем здесь Усаги. Ой, Усаги, спринтер, который делает контратаку. Так, ну он промахивается. Так, давай, Лео. Слушай, хотя, в принципе, наверное, здесь все упадут. Да, так и получается. Все упали, и мы с тобой продвигаемся дальше. То есть Тимати, Карайка опять же просто в холостую у нас проиграли здесь. Как мы с тобой чертовски долго ползем, а? 33-й ранг всего лишь, 33-й. То есть это еще 4 боя, наверное, или 3, чтобы перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Причем я выбираю самых топовых персонажей, да? 17-24. И все равно как-то двигаемся медленно. Так, ладно. Здесь мы возьмем с тобой, наверное, вот этих двоих. И пускай здесь будет у нас Рафаэль, оригинал. Конечно, команда не супер-пупер хорошая, в плане того, что нет массовых добивальщиков. Единственная надежда на то, что у нас вот эти вот Леонардо вместе с Усаги все-таки сделают неплохое начало. И там останется всего лишь одного-двух персонажей добить. Хотя, как видишь, всех ушатывают. Вот видел, да, 78 и 79 ранг был у противников. И мы их сейчас с тобой раскатали всего лишь двумя персонажами. Именно Леонардо и Усаги. Почему так получается, не знаю. А иной раз они даже не могут уничтожить 65 уровень противников. Не знаю, что на них там снизоходит.
Ну вот, факт есть факт. Ну что ж, давай посмотрим. Давай мне 17-24. Что-то вот все зациклился на 23-то. Эй, вот было, блин, только что. Поздно увидел. Вот. Так, это у нас Сайфул. Ну ладно, давай Сайфул. Этих я пока трогать не буду. Будем с тобой отыгрывать. Давай железную голову возьмем. И вот этих двух. Кирби и Леонардо. Оба они 52 уровня. Соответственно, от них никакого толку здесь не будет вообще. Так, для веса идут сюда с нами. Ну, кто у нас тут сильный? Ну, естественно, Донателло Фильм, как всегда, крепкий. И Слэш. Ну, Слэш уже, ребята, упадет от постепенного урона. Ага, видишь, Донни выжил. Но это ненадолго. Все. А если бы даже и Железноголовый бы не бил бы по нему, все равно постепенный урон, скорее всего, его уничтожил бы. Ну и мы с тобой переходим. То хотелось бы посмотреть, на какую позицию мы с тобой выйдем. Отлично. То есть еще один бой. И Лига Мастеров 3 в кармане у нас. Тут сразу нам повезло, дают нам Амира. 17-24, это максимально, ребята, кубки, которые мы можем с тобой получить. 17-24. Так, беру сюда Донателло. И, наверное, вот этих двух. Ладно, фиг с ним, рискну. Я думаю, что наш Донни... Ну, мы знаем все прекрасно его атаку. Она вообще ничтожна. Но я буду все-таки надеяться на Леонардо вместе с Усаги. Что они все-таки здесь... Опа, сразу одного минусанули. Прекрасно. А здесь, смотри, у них очень много здоровья у всех противников. Оу, щит. Тихо. Твою же налево. А сейчас еще и Баксер сходит. Или же все-таки Донни. Твою же налево. Ну-ка, Донни, ходи. Да. Слушай, если я сейчас... А, постепенный урон висит. Все, ребят, все, что-то я запереживал. Фух, даже если бы Донателло не смог бы сейчас убить всех, да, сюрикенами. Постепенный урон как раз стоял на Бакстере Стокмане и на втором персонаже. Ну, а тот бы уже не сходил бы, конечно же. В плане всего... Зашибись. Мы с тобой целый бой провели, и у нас всего лишь две ступеньки перепрыгнуло. Это что за фигня, эй? Опять Амир, только уже с другим составом. Но я его трогать не хочу. Я вот возьму Энга. Зашибись, две ступеньки всего лишь пролетели. Да, игра, конечно, полна сюрпризов, тут ничего не скажешь. Раз, два. Я надеюсь, Змейка Вьюн все-таки не подведет, если как добивающий. Кстати, сколько у нас там откатов-то с тобой? Десяточек еще будет? Мы успеем отыграть еще 5 боев или нет? Скорее всего, успеем, но если мы не будем с тобой брать вместе Леонардо, вместе с Усаги. Так, погнали. Постепенно урон уничтожил. Отлично, идеальная победа. Прикинь, сейчас такие, хоп, на одну ступеньку продвинулись. Да нет, сейчас должен залететь. Да, Лига Мастеров 3 звезды и 91-я позиция. Отлично. Так, Надежда. И... GPT. Не, я возьму Надежду. Надежда умирает последней. Это не в ее адрес. Это просто песня такая была. Раз, два. И здесь мы с тобой возьмем. Давай Джастина. Пускай будет. У него зловонное дыхание. Довольно опасное, смертельное. Так что выкрутимся как-нибудь. Так, Усаги. Как всегда, ребят, у нас с вами идет здесь все ровно. Усаги, потом Леонардо. А уже дальше идет кто-нибудь из добивающих. Упс. А ну-ка, зловонное дыхание. Отлично. Хоть выглядит он безобразно, да, конечно, этот Джастин. Почему его назвали Джастином? В честь кого? Тимберлейк, что ли, а? Не пойму. Или так звали кота, на которого эта вся фигня упала. Ладно, что у нас тут? Илья. Вот, Илюха, молодец. Давай-ка мы с тобой подеремся чуть-чуть. Откатики еще пока есть. Но их все меньше, меньше и меньше. Я возьму сюда Рафаэля. Подожди-ка, Баксер, ты куда влез? Жучара подходимая. Видал, втихушку. Примкнул к команде. Хорошо, что я увидел.
Так, что у нас тут? Пит, Майки, Ванюша и Рокстеди. Скорее всего, Рокстеди здесь будет последний из выживших. А остальные все... А, нет, смотри-ка, наверное, Ванька все-таки. Хотя никто, все упадут. Потому что это сказал Леонардо. Он мне шепнул на ушко, сказал, они все упадут, готовься. Ну, и я вам передал. Так, двигаемся дальше. Слушай, ну если мы с тобой выберемся на полтинчик, это уже хорошо. Даже если я вечером сыграю еще партию, то уже 100% будет топчик. А здесь мы берем с тобой Алибека. Так, Алибек. Видимо, любитель играть в Бравл Старс, раз у него на аватарке персонаж именно из этой игры. Так, поехали. На Зека здесь особо сильно рассчитывать не стоит, это я тебе сразу говорю. Он здесь может сфейлить элементарно. Он даже может и не повесить замедление времени. Так, смотрим, смотрим. Ну-ка, бросаем. Видишь, вообще никого не уронил. Ну ладно, это делает Леонардо. Хотя у Зека, инициативы больше, чем у Лео. А Лео у нас 100 уровня. А Зек 90. Так что... Или 80 даже. Ладно, это уже не имеет значения. Мы с тобой на 53 месте. И у нас, видимо, последний бой с тобой сейчас будет. Так, Дмитрий. Окей. Раз, два. Да, это будет у нас последний бой с тобой на сегодня. На арене. Вот так сделаем. Ну, тут даже переживать нечего. Тут есть Рокзар. Тут есть Боксер Стокман. А у них есть Хан. Так, секунду. Хана уложи, пожалуйста. Все, он, ему крышка, ребят. Отлично. Ну и Леонардо всегда бьет. Все. С ареной на сегодня мы заканчиваем. Я тебе говорю, вечером можно будет еще сыграть. Но я не знаю, стоит ли делать серию. Может быть, просто за кадром. Вот у нас и 42 место. Отлично. Так, переходим с тобой в магазин. Я хочу, ребят, приобрести. Так, ну здесь нам нечего. А тут... О, подожди, подожди, не то. Вот. Так, ну что, 47 уже, да? 47 ДНК. Еще разок мы с тобой приобретем, и у нас будет ровно половина. Ровно половина. 50 ДНК из 100 на Алапекс. А тут, как ты видишь, абсолютно все. Везде уже начинают копиться даже излишки. То есть остается у нас вот эти вот черепашки из космоса, да? Шинигами, Алапекс и Шреддер. Ну а потом уже можно будет, конечно, обменивать все и на осколки. Так, а тут у нас что происходит? Ага. А кого мы здесь хотели? Рафаэля, по-моему, да? Но в любом случае у нас не хватает. У нас 565 жетонов. А тут нужно 610. Так что терпим, ждем и копим. Ну что, по заданиям у нас, по-моему, все. И идем с тобой в испытание. Ну что, начнем с платинового. Хотелось бы еще посмотреть, каких нам тут дадут бойцов. Ё-моё. Хотя... Хотя, друзья мои, нормуль. Я думаю, что должны справиться, да? Поехали. Ну, по крайней мере, вот первое испытание должно пройти. Тут всего лишь три волны. Ну, поехали, на тебе. Возьму-ка я сюда провокацию на Рокзара. Что ты там делаешь? Опа. Давай-ка защиту на всякий случай поставим дополнительную. Хотелось бы вот это проверить, насколько сильно бомбит. Ого, и это первой ступени? Ты представляешь, если это будет у нас шестой ступени удар, он будет, наверное, вообще имбово жарить. Так, тихо, вот тут надо... Тут надо аккуратно, кого бы в первую очередь? Наверное, Майки все-таки. Потому что он хиляет. Эй, даже не добили, а если так? Норм. Так, возьмем с тобой сердцебиение. На отхил. Массовый. Так, теперь давай вызовем маузеров. Ага, не добили все-таки. Рафаэль, пора тебе упасть. Вот так вот. А что, у нас такая большая инициатива, что мы даже не даем хода сделать. Иди ты.
Ой-ой-ой-ой, Крис. Ну как так-то? Крис Брэдфорд не смог добить. Хотя там здоровье-то было на расплюнуть. Ну-ка. Замедлили, отлично. Так, нам нужен кто, Майки? Ушатаешь ты его? Вряд ли, да? Понятно. А так если? Норм. И замедлили, да? Немножечко. Так, Леонардо, я знаю, будет хилять 100%. Уже не успеет. На тебе. Так, проникающий. Да чтоб тебя. А так добьешь? Нормуль. Ну и Донни. Донни Мельдони. Давай, добивай его. Все, ребята. Первую с тобой мы, так сказать, стадию прошли. Но вот я не знаю, насчет второй стоит ли заморачиваться. 100% там будут сейчас 80 уровня. Снаряжение черепашки. Ну-ка давай глянем. Твою ж налево, тут еще и черепашки-то из класса ведения. И ролевые. И ролевые. Ладно, попробуем. Рискнем, была не была, как говорится. За супер шреддера я немножко переживаю, конечно. Он у нас 71 уровня. Провокатор, конечно, есть. Пока мы не будем с тобой ничего этого делать. Так, ну что, этот готов, хлопчик. Защиту, соответственно, сразу же. Так, поехали. А, сердцебиение включим с тобой, чтобы хилялись. Вот так вот оно будет лучше. Ну, а теперь будем разбирать потихоньку. Тут три волны. Так, минус один. Ну, что ты делаешь, а? Раз. Два. Ну, добей ты его, господи. О, шреддер, шреддер. Так, это у нас кто? Это у нас ролевики здесь, да? Давай начнем так, с замедляшки. Тьфу ты. Замедляшка очень плохо сработала. Надо валить Донни. Вот проникающим сможешь ушатать его? Ну что ты, сейчас будет... Оу, этот провокацию берет. Твою ж налево. Так, шреддер, не подведи. Твою ж дивизию. Но он сейчас... Нет, не успеет он хильнуть. Бакстер. Бакстер нам здесь помог. Добить сможешь его? Шикарно. Ну и последняя волна здесь у нас уже... Да, черепашки из класса ведения. Блин, да чего же они противные и опасные? У этого массовая атака, да? У этого. Я даже не знаю, с кого начать. Ну давай, наверное, с Рафаэля. Так, ушатать вряд ли, а если заблокировать? Вот, нормуль. Так, бафнемся с тобой. И, наверное, попробуем все-таки добить. Классно. Так, теперь выпускаем маузеров. Я просто за шреддера боюсь. Сейчас они все будут атаковать именно его, наверное. Так, массовая атака пошла. Контратака. Добей. Шикарно. Этот сейчас... Ага, в инвиз уходит. Это наше спасение. А этот будет провокацию, наверное, брать. Точно. Ну что же, рубашим. Ракеты в бой. Норма. Это хорошо, что он, да? А, у нас провокация еще не спала. Вот оно что. Ну тогда, ребят, я нас поздравляю. Мы прошли с вами. Причем довольно неплохо. Ну, а следующий, я не знаю, брать, наверное, не стоит. Там 90 уровень будет. Чувствую, мы не потянем. Нас разберут. Ну, сам понимаешь, да? У нас 80 уровня, а тут 90. Тем более еще и оригиналы. Нет, я не буду рисковать. Тут все-таки еще это все дорого стоит. Пойдем-ка лучше на учителя Сплинтера. Попробуем здесь пройти это испытание. Да не то, что попробуем, а мы, скорее всего, и пройдем, потому что нам дали имбу топовых персонажей. Это Леонардо, это Рафаэль. Я думаю, что этого более чем достаточно для прохождения, тем более Сплинтер здесь один. Никто ему помогать здесь не будет. Так что все четенько. Да ладно, успокойся ты. Полежи маленько, отдохни. Блин, эти ученики, да, бычат против учителя. Как-то немножко нелогично. Ну, будем представлять, что это просто тренировка у них. Так, ну и ты видишь, две ДНК на Сплинтера мы получаем. Поехали дальше. Так, уже 50 уровень. Ну что же, и он ходит первым. И на майке, да, прыгает? Понятно. А мы сделаем с тобой вот так вот. Уклонение, и фиг, теперь он попадет по нам. Но не стоит забывать, что он очень круто, ребята, бафается. Правда, не успеет на этот раз.
Отлично. И мы с тобой продвигаемся еще дальше. Там сейчас будет какой? 60-й, по идее, уровень, да? Или 70-й? По-моему, 60-й, да. Ну что ж, давай, поехали. Ага, он начинает с бафа сразу же, видишь? Ох, ничего себе, крит урон повесил себе. Ускорение, хил, защиту и усиленную атаку. Давай-ка срочно с тобой вешать уклонение. Нифига он там пробафался. Ну-ка, пробьем хоть. Ну, это потому что, ребята, он 60 уровня. Поэтому так легко он пробивается. Это даже под защитой усиленной. Ладно, а был бы он, например, 90 уровня, фиг бы так вышло бы все. Во-первых, у него инициатива, он, по-моему, по два раза бы ходил. Так, три дынка, отлично. Так, а здесь есть вероятность выбить кунаичи, кстати, я только сейчас увидел. Так, кого-то блокирует, да? Смотри-ка, у него получилось блокирнуть именно Донателло. Ну-ка, попробуем. Кстати, Донни уже надо, ребята, прекращать брать в команду. Это опасно. Он его может в следующем раунде, ребята, ушатать. Что он там сейчас? В кого бьет? Хорошо, что он промахнулся. Ну-ка, Донни. Ага, добьем. Хотя постепенно урон висит. Он бы его 100% уничтожил бы. Ну все, мы с тобой исключаем из нашей команды теперь Донателло. Оставляем Рафаэля, Майки и Леонардо. Так, Донни, уж извини меня. Так, втроем против одного. Ой-ой-ой, сейчас... Ты посмотри, какая бабахает. Давай, наверное, уклонение влепим. Потом, если что, хильнемся. Нет, тут мы лучше ударим. Тут мы лучше ударим, а уже... Ага, здесь возьмем провокацию. Потому что у Сплинтера нет массовых атак. И как бы беспокоиться по этому поводу не стоит. А теперь спокойно хиляемся. Все. Ну тут делаем, наверное, вертушечку. Отлично, и остается лишь... Видишь, два раза ходит. И остается лишь добить его. Все, ребят. Прекрасно. Ну что, остается, по-моему, последний бой у нас с ним. Это где он будет 90 уровня. Так, 4 ДНК на Сплинтера. Вот кто, ребята, там спрашивает по поводу, как ты открыл того или того персонажа. Ребят, ну я же вам показывал и рассказывал. А если кому-то лень посмотреть предыдущие серии, то уж извините меня. Вот все так и делаешь. Вот ты прикинь, сколько на Сплинтера мы в данный момент с тобой... Получили вот заодно вот это прохождение испытания, да? Смотри, 2 и здесь 2, 4 уже. Плюс 3, 7. Еще 3, это уже 10 ДНК. Тут 4, 14 ДНК. И здесь, по-моему, тоже 4, да. 18 ДНК. Это без расчета того, что здесь можно еще и пофармить. Ты прикинь, вот здесь вот фармить 6 ДНК можно получить сразу. Это круто, поверь мне. Тут буквально за считанные, там, я не знаю, за считанные бои можно себе... Либо получить Сплинтера, либо его прапать. Ну ладно, мы с тобой идем. Поехали, 90 уровень. Обстановка накаляется. Тем более я боюсь, что он сейчас по майке звезданет своим суперударом. А, вот он что делает. Но вот этот баф уже будет серьезным. Тихо, тихо. Ты видишь, что творит? Ты посмотри, что делает, а? Твою ж налево, давай уклонение ставить. Надо будет провокацию, наверное, на Рафаэля. Или хиляться нам. Я даже не знаю. Ну давай ударим все-таки. Ой-ой-ой. Нифига ты, парень. Фига он вжаривает, ты видел? Нет, тут надо хиляться срочно. Тут срочно нужно хил делать. Ты посмотри, что творит, а. Просто захилялся полностью. Не, ну мы должны его одолеть. Че это за дела-то? Так, поехали с вертушки. Норм. Промахивается, отлично. Так, делаем с тобой ярость Рафа, потому что, ну, ребят, он будет лютовать здесь. Опять баф, ты прикинь. И еще и ударит сейчас, да? Ты видел, как у него шкала инициативы там фигачит? Вот и я об этом же. Блин, это очень опасно его атаковать, потому что у него контратака есть. Ты, смотри, промахивается, отлично, ребят. Ну. Ж.
жестко. Жестко типок работает. И это при всем при том, что у нас с тобой стоит, смотри, усиление. Ой, ёпарасоте, ты посмотри. Вот так вот, ребята, сплинтер, блин, орудует. А ты думал, что все так будет легко и просто, ага. Жесть, он сейчас еще... Ой, еще минус, да? Еще и бафается. Трубешник, просто трубешник. Давай, добивай его, Лео. Я офигею, я в шоке просто. Просто в шоке, ребят. Как он моих черепашек тут наказал. А ты представляешь, если бы здесь было бы еще сотого уровня? Вот бы раскромсон был. Ну, ты прекрасно понимаешь, что мне его не одолеть. На все три звездочки, да? Главное, что мы его прошли. Главное, что мы получили с тобой награду. Фармить мне здесь особо некого. Ради Кунаичи стараться, но тут сам понимаешь, какой шанс, что она тебе выпадет. Тут все кто угодно повыпадает, кроме нее. Я лучше вот здесь, наверное, разочек сделаю, да? Чего? А, ну да, здесь не пройдено, понял. Вот так вот сделаем. Ох ты, ты посмотри, как фартануло. Эксперт снаряжения, ребята, мы получили с тобой. Как раз то, что мне нужно. То, что я и собираюсь копить. Ну, вроде бы на сегодня пока и все. Точнее, именно на сегодняшний день. Вечером, скорее всего, я буду еще играть на турнирной арене. Я хочу выбиться в субботу в топчик. Потому что в воскресенье я, ребята, иду в ночь на работу. То есть у меня будет еще шанс поиграть днем. Ну, а в понедельник уже получать, как говорится, лавры. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.